Каспий-КИЗ снова удивляет. Иностранцы, приехавшие в Астану на Азиатско-Тихоокеанскую министерскую конференцию по цифровой инклюзии и трансформации, в восторге от скорости выдачи казахстанской карты Каспий Голд. Представители отечественной инновационной компании продемонстрировали иностранцам картомат. О том, как это было, в следующем материале. Выставочный стенд инновационной казахстанской компании «Каспий-КИЗ» стал первым, куда подошли премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и зам генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь СКАТа Армида Салсиаль Шахбана. В зале представили разработки Казахстана в сфере цифровых технологий. Скоростное производство карты «Каспий Голд», которое так знакомо всем казахстанцам, очень удивило иностранных гостей. Для показа на конференцию специально привезли картомат. В жизни я вообще впервые вижу такое. Требуется минута, чтобы получить карту. Я думаю, что это действительно важно для людей. Всего лишь один клик до получения карты. Это потрясающе, удивительно. Знаете ли, с какой скоростью это печатается? У меня есть золотая карта, сувенирная карта. Я сохраню ее на память. Необходимо отметить, что эта карта не платежная, а сувенирная. С надписью «Каспий-КИЗ» «Made in Казахстан». Желающих получить ее оказалось очень много. Картомат работал практически без отдыха. Я думаю, это очень важно, потому что в наше время мы хотим быстрого доступа ко всему. И все ценят свое время. Время – это деньги. Очень важно иметь такого рода услуги, как услуги в режиме реального времени. Своевременные. Мне нравится эта технология. Это, конечно, быстрее, чем ждать, пока карточка будет доставлена по почте. Особенно, если вам нужна замена карты, если она потеряется или будет украдена. Да, классная технология. Ну, я впервые вижу такую технологию. Я имею в виду, что создание карточки занимает всего 60 секунд. Мы никогда не сталкивались и никогда не видели такой технологии. 80 лет подряд Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция проходила в Бангкоке. В Казахстане проводится впервые. Лидеры в сфере цифровых технологий из 60 стран обмениваются опытом, заключают договоры и удивляются инновационным казахстанским решениям. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что цифровые технологии открывают новые горизонты для бизнеса, образования, здравоохранения и ведут экономический рост миллионов людей. Поэтому мы активно развиваем это направление. Сегодня Казахстан является одним из 30 наиболее цифровизированных стран мира и 8-м по обеспечению онлайновых услуг. Вы избегаете суеты с очередями, получением номера, и вы просто заходите и просто сканируете лицо. И вся информация уже доступна, и получаете карту. Я думаю, это потрясающе. Я знаю, что с точки зрения внедрения цифровых технологий Казахстан является одним из лидеров. Молодец, Казахстан! Сотни заключенных договоров только за 3 дня форума. Так, благодаря новым технологиям, Казахстан продолжает укреплять свои позиции на мировой карте инноваций. Рауан Колыбаев, Роза Сатканова, Жанаман Иргалиев, 24 КИЗ.